скажу, с тобой станем не подруги, а сестры. Твой папа пообещал моей маме, что его на нас двоих хватит. Вон из моего дома, вон! У меня ощущение, как будто я здесь уже была. Ах, окей, у тебя тоже такой был? Пап, как фамилия этой женщины? Людка Булатникова, подруга моя. А наш папка с ней. Давай! Скоро школа? Нет, просто козлов в жизни хватало. Ну и пусть, что мне уже 23, у меня еще ни с кем не было. Зато он есть. Он не видит меня. Ну, что ты со мной делаешь? Я ведь у вас ничего не прошу. Это Константин Павлович, преподаватель. После той истории с твоим отцом, твоя мать хорошо постаралась. Мам, мне уже не 16, мне 23. Шлюха! Еще раз увижу, руку оторву. Ты это все когда придумала? Сразу? С первого дня? Человек ко всему привыкает.